Всем привет! С вами Юлия и моя формула рукоделия. И сегодня видео снова для тех, кто еще плохо разбирается в AliExpress, но хотел бы делать здесь заказы. И я решила записать это видео специально вам в помощь в преддверии 11 числа, того дня, когда будет грандиозная распродажа на AliExpress, и вы сможете сэкономить очень хорошо свои, так скажем, деньги, потраченные на товары для рукоделия. Итак, давайте попробуем поискать что-то. Ну вот я уже тут набирала, мне поиск выдает DIY. То есть эта аббревиатура связана с рукоделием. И вот здесь вот в этой подборке товаров можно поискать для себя то, что вам понравится, то, что вам необходимо. Ну, например, вот такую леску можно использовать для бисероплетения. Вот смотрите. Сейчас у всех товаров стоит та цена, которая действует на сегодняшний день, и цена, которая будет действовать 11 ноября по распродаже. То есть сейчас это 66 рублей, будет 56 рублей. Если вам понравился этот товар, да, вы посмотрели, вот по такой цене хотели бы приобрести его, значит, что делаем? Мы сейчас с вами составим список желаний. Мы спускаемся немножко вниз, и вот здесь под кнопками «Купить или добавить в корзину» есть вот такая строчка «Добавить в мои желания». И вот смотрите, уже 724 человека добавили в свои желания вот эти лески. После того, как вы добавляете в список желаний эту, так сказать, будущую покупочку, вы здесь также можете посмотреть. Вот смотрите, здесь по 64 рубля леска золотая и серебряная. Давайте сходим на нее, посмотрим. 64, 54, ну, примерно то же самое, да? Также, как всегда, не забывайте смотреть, значит, какая толщина. Вот 0,38. Ага, длина изделия, вес и так далее. То есть вот здесь все тоже просматривайте. Внизу вы также можете увидеть товары, которые еще предлагает этот же магазин. Может быть, здесь что-то интересное увидите. Возвращаемся, идем дальше. Так, вот, смотрите. Оригинальненькие швензочки, мне они понравились. Вот, смотрите, какие. То есть это гвоздики, вот какие вещи можно с ними сделать, это неплохо смотрится, очень даже неплохо. Сейчас это 117 рублей, на распродаже это будет 99, 10 штучек. Конечно же, это не серебро и не посеребренное изделие, но, по крайней мере, выглядит довольно-таки, смотрите, возможно, вам это интересно будет. Добавляем мои желания. Смотрим, что еще нам тут вывалится. Давайте вот эти посмотрим. Так. Смотрим состав. Античное серебро. Это цвет. Материал латунь. И если вам понравились такие заготовки для сережек, мы добавляем их в мои желания. Смотрим дальше. Вот здесь нам показаны еще другие варианты. Очень много всяких разных. Смотрим, выбираем. Допустим, цепочка мне нужна. Всего тут 10 метров партия. То есть сейчас она 197 рублей. Будут эти 10 метров стоить 168 рублей. И звенья у нас 2 на 3 миллиметра. Берем линейку, прикидываем, какая эта цепочка будет по своим размерам. Также можно зайти, как обычно, в отзывы. Кстати, 4000 отзывов – это очень даже неплохо. Рейтинг 4,9 из 5 – отлично. И вот здесь мы, скорее всего, можем посмотреть. Нет, девушка не догадалась на ручку положить эту цепочку. Вот она. Вот, сейчас более наглядно видно, как эта цепочка будет выглядеть натуральную величину. Ну да, ее достаточно много. Такая цепочка мне, в принципе, нравится. Вот так вот она будет выглядеть.
Я, пожалуй, оставлю себя в моих желаниях. Смотрим, что у нас еще здесь предлагает поиск. Можно вот здесь спуститься, посмотреть. Здесь всегда рекомендуемые товары есть. Кстати, здесь вот очень много вот таких бусин, ну, а-ля Пандора. Можно, если вас интересуют такие вещи, то зайти поискать. Вот неплохие бусинки, выглядят очень даже достойно, я считаю. Вот смотрите, неплохой наборчик. 14 штук бабочек разных всяких. Если вам нравятся бабочки, почему бы нет, их можно в различных вариантах. Не только на такую цепочку, но и куда-то еще приспособить. Что у нас это будет? 86 рублей за 14 штук. Очень даже неплохо. Добавлю мои желания. Так, вот кто использует кабошончики для какой-то обвязочки. Очень оригинальные такие, смотрите. Так, читаем, что тут у нас. 20 миллиметров, 10 штук, 79 рублей сейчас, 60 рублей, 67 рублей потом. Вот тут черно-беленькие есть. Ой, смотрите, какая красота. Глазки. Так, ну-ка. Тут какие-то короны, матрешки, бабочки. Часы, глазки, деревья, усы. Тут как жель какая-то. Цветочки, деревья опять. Листики, клетки с птичками, кошки. Но оригинально здесь киски всякие. Ой, какие хорошенькие. Так, я считаю, что стоит тоже добавить мои желания. Итак, как искать товары для рукоделия, я надеюсь, вам понятно. Теперь переходим в мои желания и давайте посмотрим. Вот все, что сейчас я выбирала, все, что я складывала сюда, теперь вот здесь, в этой вкладочке со сердечком. И здесь мы, в принципе, можем сравнить цены. Единственное, у меня почему-то показывает доллары. И смотрите еще, как можно искать. Вот когда вы подводите вот сюда, найти похожие товары выскакивает. Давайте загрузим. Смотрите, вот вы кабошончиком подвели и вывалились вам все предложения с различными кабошонами. Пожалуйста, вам и швензы, если вы хотите делать из кабошончиков сережки. Вот, кстати, мне нужны пины. Вот оригинальные, кстати, цепочки. Я вчера видела по телевизору, тоже, наверное, смотрели передачу «Удивительные люди», и Ольга Шелест была в сережках. Вот что-то наподобие у нее было с такими вот кисточками, только они были чуть-чуть покороче, но на длинной цепочке. Вот такие сережки были длинные, ну вот глаз не отвести. У меня прям желание сделать что-то такое же, правда, из бисера. Вот таким образом можно находить похожие товары. И когда вы это все откроете, вам наглядно будут видны все цены, и вы можете их сравнивать. Давайте глянем, что я тут еще наоткладывала. Хотела сказать про вот такие магнитные застежки. Вот эти застежечки магнитные я уже покупала. И они тоже были со скидкой. Я их брала по 350 с чем-то рублей. Партия здесь 5 штучек. Качество мне очень понравилось. Они такие ровненькие, хорошие, магнитики крепенькие, все хорошо. Диаметр 13 миллиметров у них. В принципе, вот в такой магнитный концевик я делала жгут на 20 бисеринок и довязывала просто без бисера вот этот вот жгутик уже просто нитками, и вот это место вставляла в концевик. Смотрится неплохо. Дальше, что я тут отложила? Вот такие бусы матовые тоже мне очень понравились. 20 цветов.
Очень красиво смотрится. Я думаю, что можно в каких-то работах их использовать. Надо только определиться с цветом. И это будет стоить 11 числа всего 113 рублей. Так, количество сейчас посмотрим. Количество. Бисер, стекло, круглая форма. 6 миллиметров бусинка это. 58 грамм. Давайте заглянем в отзывы. 1160 отзывов тоже неплохо. Рейтинг хороший. Вот здесь. Вот такая длинная ниточка. Достаточно, в принципе, их. Ну, немало. Нормально. За 113 рублей, я считаю, такие бусинки очень даже неплохо. Вот интересный наборчик. Смотрите, 50 штук. 50 штук всяких смешанных подвесочек. Сейчас это стоит, видите, 468 рублей. Будет стоить 280. Тоже считаю, вот на такой наборчик стоит обратить внимание тем, кто делает много изделий. Вот такие бусики понравились. Смотрите, они под натуральный камень. Оригинальный такой цвет. И на распродаже они будут стоить 332 рубля. Сейчас 455. Так, вот про этот комплект хотела сказать. Я долго искала концевики, у которых большой диаметр. И нашла вот только эти. Больше, ну, не получается у меня найти. Или они мне просто не попадаются. Различными способами уже искала. И смотрите, вот они здесь есть серебристые, золотистые и вот такой темный цвет. И диаметр у них 18 миллиметров. То есть это концевики для больших жгутов. Единственное, значит, огорчение здесь включена доставка. Но с учетом того, что больше нигде не могла найти такие концевики, я думаю, стоит закрыть на эту доставку глаза. Скорее всего, оно еще и быстрее придет. Значит, здесь всего две вот таких магнитных застежки. В распродажу это будет стоить 276 рублей. Давайте прикинем, 276 плюс 211, это что, 487 рублей. Если мы это поделим пополам, то есть раз у нас два комплекта, это будет 240, ну, с копейками. Для примера скажу, что находила в российских интернет-магазинах такие концевики с большим диаметром. Там цены какие-то баснословные, рублей 750 за один комплект. Так что сравнивайте. Думаю, что стоит заплатить доставку. Внешний вид у них очень неплохой, но с учетом того, что я уже покупала подобные концевики магнитные, мне они очень понравились. И вот эти я точно буду 11 числа брать. Так, дальше. Вот такая застежка для браслета мне понравилась. Сейчас она 300 рублей, будет стоить 256. Тут два комплекта вот таких застежечек. То есть, вот смотрите, она расстегивается. Вот так вот, вот видите, магнитная тоже. Вот сюда уже можно вставить, вклеить какой-то жгутик. Тоже оригинальное такое решение. Мне очень нравится, я, скорее всего, их тоже куплю. Дальше. Вот такие концевики я брала, вот серебряный и античное серебро, античное золото. Я брала в российском магазине 30 с чем-то рублей. Вот здесь, значит, у них 18 на 15 миллиметров размеры. Здесь, сейчас я скажу, 5 штук партия. А в серебряных 30 штук. И на распродаже это будет 310 рублей стоит. То есть по 10 рублей за каждый концевик. Это в 3 раза дешевле, чем в обыкновенном нашем российском интернет-магазине. Вот такие концевички мне очень понравились. Смотрите, прям какая красота. Можно такой концевик использовать для сережек Оскар де Лоренто, такие
кисти делают из бисера. Очень красиво смотрится. И не выдумывать ничего, просто вот такой концевичок использовать. Здесь 10 штук в партии, 284 рубля будет это все стоит. Вот здесь вот очень недорогой вариант. Шапочка для бусин, она также 18 миллиметров в диаметре, 5 штук идут. И вот меньше доллара стоит, 0,60 центов это будет на распродаже за 5 штук шапочек. Неплохое по фотографии качество. Вот такой концевичок очень красивый, оригинальный. Вот здесь вот 10 комплектов застежек в форме змеи. Тоже совершенно недорого. Смотрите, причем можно взять золотые, можно взять серебряные, можно взять микс. То есть вам положат и золотые, и серебряные. И стоит это будет 293 рубля. То есть 29 рублей за один такой замочек. Давайте посмотрим. А, диаметр. Ну вот, где-то 7 миллиметров. Если у вас есть в планах какое-то изделие с таким диаметром, под такой замочек, можете заказать его. Так, вот такие концевики очень красивые. Посмотрите, как оригинально будут выглядеть какие-то украшения из бисера. 182 рубля за 10 штук, по 18 рублей за один концевик. Вот такие деревянные бусины 2 сантиметра в форме сердца, то есть они не маленькие. Вот такие уже готовые вязаны крючком бусины можно посмотреть. Вот опять же колечки я себе тут приглядывала, деревянные бусины. Кажется, здесь по весу, а здесь вот 50 штук. То есть стоит посмотреть, сравнить цены и выбрать то, что будет на распродаже более выгодно. Дальше я вот накидывала себе пины, колечки. Здесь тоже какой-то комплект подвесок. Смотрите, какая огромная скидка. Почти в два раза. 340 рублей. Будет стоить вот такой комплект. Что у нас здесь? 100 штук вот таких подвесочек. Всяких разных. Тут и бабочки, какие-то ключики, слоники, монетки, птички. Чего тут только нету. Вот какие-то бабочки. Тоже меньше доллара за 5 штук. Здесь кошечки. 6 штук. 89 центов. Итак, до распродажи осталось 4 дня. Вот таким образом эти 4 дня вы можете посвятить тому, чтобы найти необходимые вам товары по приемлемым ценам, составить список своих желаний и 11 числа уже не тратить время на то, чтобы сидеть и выбирать, сравнивать цены, искать что-то. Если не подготовиться предварительно к этой всемирной распродаже, то можно просто 11 числа сесть, начать это все искать, выбирать, запутаться, голова кругом пойдет, и вы бросите все и ничего не закажете себе. А на следующий день цены будут уже намного дороже. Так что садитесь сейчас, разворачивайте описание под этим видео, переходите по тем ссылкам, которые я для вас собрала и оставила в этом описании. Как искать что-то дополнительно, я тоже вам все описала подробно. Накидывайте сейчас свой предварительный список желаний. И 11 ноября я вам желаю самых выгодных, самых удачных, самых приятных покупок. А на этом все. Если это видео было полезно для вас, ставьте лайки. Пишите в комментариях свои вопросы, если что-то непонятно, или пожелания. Возможно, вы что-то хотели найти, но у вас не получилось. Я постараюсь вам помочь. Желаю вам приятного вдохновения, новых идей для рукоделия. Пока-пока!